Все, ладно, не будем о старом, потом как-нибудь поболтаем. Да, давненько это было. Жалко, записи звуковых не сохранилось. У кого-то да, и слава богу, я тебе так скажу. У кого-то с пацанов есть, там как колоб божил, бля. Это вообще пиздец. Кстати, Ванька нормальный парень был, несмотря на то, что пиздел много. Да, конечно, нормальный. Свят тоже на нас орал. Да, Свят-то еще по-божески как-то, блядь. Ну, да. Я помню, попал, когда к вам в гильдию. Тогда ливал то ли на пару месяцев, я то ли кикнули меня с Dark Stars, блять, какие-то челики там. И это. Я помню, 6 часов или 7 мы просидели в Resident Evil Gear Drive, блядь. Ой, ну это я даже не знаю, какие моменты были. Я уже играла, когда и дарки, и кнуты. Но у нас только не было народу, как в дарках. Дарки по 7 ресок за вечер закрывали. У кнутов просто меньше состава, но также заходили, там 3-4 рески закрывали за вечер хм. Тоже просто раз перезашли на твинов, раз перезашли. Нет, я вообще не помню, чтобы прям какой-то такой упадок был. Ну, хотя, было, может, там. Я уже тогда в ПВП ушла, я не знаю. Там какой год, я не помню, то ли 17-й, то ли 16-й, блядь. Там... Гнали трэш чистить. Там убрали возможность зергать Халеона. И все, и перестали все убивать. Хуй знает. Начинала вообще пошить с Фрэнки, если кто-то помнит такого паладина. Фрэнки я знаю. Да. Видел такого. Короче, все равно, если подвести итог, на Сирусе, на X2 у меня был самый лучший игровой период. Вот. Я очень благодарна этим ребятам, Санвелов. Там гаджет был, да? Нет, гаджет был в Guardians of Freedom, что-то такое. А, точно, точно. Потом развалились, они вроде... он ушел на фу, как говорят, ну я не знаю, если мне общалась. А часть у них откололась вот в Ластрае. И когда мы со своей гильды ушли, мы пошли в Ластрае. Вот там, кстати, мы с Кирюхой познакомились, с Кириллом, с Настей. А Настя это кто? Девушка Кирилла, ты чё? А, вот эти вот, которые Tomorrow Sun? А, да, да, да. У нас Кирилл там релил ОКО ХМ. Старая, да, получается. Слушай, на КТК вообще не ожидала. Что, всех дети? У тебя дочка, да, уже? Обалдеть. Нет, я не из Беларуси, я с Рашки. Продали соседи. Да, простите. Уже не так, я с Рашки с Ёшки. Город называется Ишкрала. Рид. Я без понятия, что у тебя. А, это вопрос. После Саурфанга ты зайдешь на шамана похилить? У тебя вроде есть какой-то. Нету. Тот шаман у меня все еще качается, 213 только. О, дикий волк, какой там левел?
Похуй, заходи. Что вы там собрались? Почти. Что у нас опять с хилами? Очко какое-то. Так это. Ты чё? Что? Все охуенно. Шивана нет. Есть. Ты хуй знает, где эти два хпала, которых я добрал. Ни одного онлайне нету, да? Ну, видишь, какой я нормальный пацан. Я говорю, всегда рад сходить. Короче, даже банк не поставить за фласками, надо убивать трэш сзади. Да, бой висит. Так вы набрали в итоге хилу? Да. Я хпалом. Вершамы только что нет, а так 4 хила забить, 2 рдруда. Там, по-моему, кто-то зайдет сейчас на вершаму, судя по тому, что говорил Никита. Дикий волк? Ну, maybe. Ну, тоже как бы вершам есть, но лучше их хва. Будет третий рейд, буду вершам охерить. Ладно, ты не развлекайтесь, если что, пишите. Да-да, после 16 трайв напишем. Там, если слишком тупой человек, будет хуйней заниматься, то просто его нахуй кикать с рейда и сги нахуй тоже. Слышал, Адель, тебе пиздец. Девочки налево, мальчики направо. Девочки, подождите, пока я разделю кое-что. Скажите, хилу какую фласку брать, на СПД у вас или не надо? СПДшную. Подождите, не суйте. Кто на СПД будет раза? Я буду, но я занята пока. Угу. Меня запиздело, я так-то уже готова, я сюда прихожу. Юля, готовая, в смысле трезвая. А. Масло есть у тебя СПДшное? Нет, откуда? То бутылку масла можешь продать. 200 грамм, 300. Ждите. Сейчас. Ну, спасибо. Давайте трейд. Рыба стоит. Ребята, давайте трейд на СПД фласки и сопроты на Синдру. Я хуй знает, у меня первая рыба не кликается, я справа еще одну поставил. К секунду. А там камеру так приближай к полу, рыба, чтобы была в самом низу, и тогда тыкается. Ходит слух, что это ДК своей косой. Да, да, ДКшники багают. Спереди, если они жопой встанут, вроде не должно быть. Дед сильный. Это мне еще 30 сек надо будет. Тебе не надо. Фласки, масло, вся хуйня пока. Ребят, давайте быстрее трейд. Еще не взял СПДшные.
Юля, ты готова? Бес спулил. Бес какой-то. А что это было? О чем? Что-то произошло. Какой-то фейербол полетел. Даю пол. Герм. Ебать, два вара. Вы какого хуя раскол не жмете? Я только что заметил. Like it.
Отказывайтесь от лута. Так, Вары, сразу мотивация для вас. Если на боссе каком-либо не будет раскола, минус 1000 по каждому. Тебя не смущает, что у тебя протопал больше, чем рога ударил? Рога вылетел же. А, ну ладно, ладно. Как, кстати, действительно ник менять details? Никак. Нечестно, я тоже хочу. Тебя все равно не видно, вниз никто не листает. Я, у меня свой. Хиловский. Хитрика. В этом все хуёв нарисовали. Тоже хочу. 900 расскажите, сука, один сегодня 20к заработал, он ролл продал, второй 40. Чё с меня голду трясут? У меня пусто в кармане. Недорог, ты решил в другом спеке поиграть? Это ты у РЛ спрашивай. Что у нас? У нас вообще демон есть во втором статике, Никит? Считая того, что батя спекается иногда. Два вара, у кого-то из вас есть спек Армса? Да, есть. Да, пошла я нахуй. Да, это кто? Но я хуй знаю, спекайся. Хорошо. Я не знаю, там кто-то в демоне вроде играет. Эль, ты где? У меня привет тебе. Не, в плане до этого рейда кто-то же ходил в демоне. Спекался, нет? Что значит обновить детейл, что ты хочешь от меня? А, первая, третья пати справа, вторая, четвертая слева. Просто сбрось все данные и все. Алканфел, как всегда. Чтобы она отображала мой ник тоже. А, я понял, о чем ты. А измените мне тоже. 1500. Там ничего сложного нет.
Даю пол. Бля, что сбило из-за вас? В ложе не стоит. Красавца убили. ВТФ, ресни. Ну, хан. Мабы? Недорого контроль. Есть встать, шаман? Если с этого босса тебе ничего не надо, то можешь сейчас с этим уже ебаться. МК сейчас будет. Контроль маг. Помощники. МК. Ты не в силах противиться моей воле. Довольно. Пришла пора. Трефа. Все в свои руки. Бля, второй варс так и заебал, блядь, расковый. Заебался уже туда-сюда бегать. Спасибо. Геро? Ты не в силах противиться моей воле. Майсия Бернил Конфела. Рибафро. Пересуть.
Шима. Да, иди, Мак. Ничего страшного, мы убьем без тебя. Агрите? Агрите? А куда к вас, ребят, первый статик ходили? Чумка. Четыре плюса в пушку. Пушки. Вот первые четыре. Дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Горкрон, взлетаем. Этот безжалостный скажешь, когда каплю или сакру надо. Это там вдалеке. Да, да, да. Ковер закинь лапу. Линту бы еще. Челик умер. Он АФК. У него там дела по дому, ему надо отойти 7 минут. Бля, Алис Лин, ты одел рюкзак, я забыл. Меня ФКМ запиздели. Че, он полетит? Одел, да, Алислин полетит. То есть все соседки пришла. Погнали. Да сегодня Мурадина не бейте, Риса не жалко. Этот скиляй под себя рюкзаком, и у него этот, атака будет медленнее. Немцы стаки будут кушать. Выведи его из-за лодки, тебя не прохилить. Сюда подойди, где я стою. Из-за лодки его, а? Огонь!
Прости, надо как-то. Убиваем мага и улетаем. Долго. Я дал ему язык. Полетели. Полетели. Это суета, если еще увой, доспех, мейн, ретри. Ресните мага. Дай стол, пожалуйста, Black Dark. Извините. Рыбу поставил. Тима. Фуривар. Запустил. Герои, будьте начеку. Только что. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Старый упрямец, у тебя нет шанса. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Пост вы дадите? Нормально, нормально. Уже выступил. Извините, слуги мои.
похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои! Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее! Пошли, Арисе. Лагается, я иду, подожди. Сейчас подойду. После этого всю хуйню агрим. Заведи сюда, нахуй, эту вторую сагрите, блядь. Там петы, хуеты, заведи быстрее. Совсем не бойтесь нихуя. Настоящие крутые пацаны бьют лесу. Ну да, но гир не тот. Thank you.
Так, что-то незыбка есть? Давайте на первое. Ну вы следователь сюда гребите? Я на вторую дам. Секунду. Шумана есть пронзающий ветер, говорят, им кусты нужно кидать, чтобы мы бы их не лишили. Ну сейчас... конечно, кто бы сомневался. А сейчас на чудо надеюсь. Сейчас не знаю, кто захилит. Гимники просто. Гимн, скорее всего. На АФК. Минутку отойду. Петухи сзади, петухи. Щит. Есть уже такой. Он шаман какой-то. Шама можешь, конечно. У него вообще санина какая-то. Оффхенд, блять. Типа, я тебе буду ЕП снимать просто с мейна, не ссы. Войт, ты из тех, кто в миле стоит? Да, могу в миле постоять. Да, лучше. Нет, нравится. В плане ты можешь встать в квадрат и стоять АФК хилить там. Без разницы. Надо, встану. Хочешь стой, хочешь не стой. Шама, можешь в кресте также стоять. Хорошо, я под босса пойду. Ладно, Шама, если ты так хочешь, то Валентайн крест, массе квадрат. Бежалась на первый был? Шляпа нужна кому? Прото они не могут дать, у нас 3 пала, не 4. Зачем вам прото? Это useless buff. Знаю, зачем хантам прут. ДЦ есть, там 3%. Ты понш? Мелов хант, они не стакаются с каской. Мелфхант, убеги в РДД, вар, вернись к нам. Пиво, куда побежала?
Фуривар, выбеги. Фуривар, выбеги. Выбегаю, выбегаю, крест. А, там еще одному надо. Вообще по хп. Ой, дружочек, а на ком это частица? На тебе? Да, просто не вижу я. Шишки мешают. Не-не, бафов много, понял, у нас давай. Ты этого дегемотика не забыл? Ну скольки стаков меняете? На девятом заберет. За три прожимайся, он сейчас сильно бьет. Фривар, выбеги. Я выбегу. Да, он нормально. ВТФ, Берни. А ты стаунтил или что, как ты умудрился умереть? Что-то такое понятия было, ну. Похоже. Я деф начал прожимать, блядь, подходил и пиздец. Ебушку сону. Не сбегайте, пох. Сап, дай по воду имя. Не хочет ты нардовать. Благодарю. Я его даже чувствую. Чекай, параша падает. Запы танковские. О. 10. Мне вроде никого не надо, если ошибаюсь. Мы бы зали. Ставил рыбу. Ковер, именно он и не работает.
Он пишет то, что что-то там невозможно, и в итоге АФК хавает шарды. И бахните вара, пожалуйста. Это он что-то, наверное, не то сделал. Нет, у меня такая же хуйня. Ну вот сегодня типа в танк спикнулся, вылезла. Ада, ты готов? Он, возможно, просто с чем-то не работает. Вот, я ничего не менял. Видишь? Не, он с каким-то способностью не работает. И его не обязательно ставить на все спалы. Че за хуйня там? А, слизень, бейте слизнем, блядь. Че вы побежали? Алло, блядь. Челядь бьет. Валентин, вам нужно это? Нет, конечно. Вон, это нужно вот этому духовому шипа. Шесть лямов и слизнем, блядь. Дикий Волк, у нас ИВК один рейд в неделю. Можно второй собрать, есть блокер без КД, блядь. Какой день удобного? Завтра. А квест создавать не идете, да, вам похуй. Мы слизни тут давали. Слизень, алло. Идем, да, там этот ползал моб. Серьезно, у вас там слизня?
Ой, ясно. Уж убили? Чей Свенг не бьет слизней. Толстого не зацепите, только осторожно.